Уже второй раз за короткий промежуток времени кустанайские полицейские проводят удачную операцию по обнаружению крупной партии наркотиков в городе Тобыл. На днях там сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции областного центра задержан 18-летний молодой человек, местный житель, у которого изъято наркотическое средство героин. В ходе личного досмотра вышеуказанного мужчины в кармане, в куртке, в пачке из-под сигарет были изъяты наркотические средства героин весом 9,2 грамма. Далее, в ходе следственных мероприятий в спальне жилого дома также были взяты 7 полиэтиленовых свертков, а также героин, вес которого составлял 125 грамм. Общий вес героина превысил 130 граммов. По примерным подсчетам оперативников, данную партию возможно было бы поделить на 450 доз, общая стоимость которых могла бы составить на черном рынке 2 миллиона тенге. В настоящее время по данному факту проводится дальнейшее досудебное расследование по статье 296, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Хранение наркотических средств в особо крупном размере». Ранее, в феврале текущего года, оперативниками был задержан ранее судимый 35-летний житель города Тобыл Кустанайского района, у которого также были изъяты наркотические средства, общий вес которого составлял более 200 грамм. Всего в этом году из незаконного оборота сотрудниками полиции региона уже изъято свыше 6 килограммов различных наркотических средств, в том числе 360 граммов героина. Зарегистрировано 33 уголовных дела по фактам, связанным со сбытом наркотиков, 17 фактов хранения в особо крупном размере, 6 фактов контрабанды и 60 наркопроступков. Диар Ахмедшин, Виталий Луговской, РТН.